свою половинку и оригинально признаться в любви. Привет, в эфире Афиша, с вами Анна Троян. Знаю, как провести День Святого Валентина. Ловите мою подборку на эти выходные. День сердечек, валентинок и признаний в этот раз выпал на пятницу. Ура! А вот и лайфхак, чем заняться со второй половинкой в День всех влюбленных. Сыграйте в ролевую игру. Медсестер и сантехников оставьте на потом. Вечером город заснет и проснется мафия. Легендарное развлечение не только отличный повод проявить себя, но и возможность вам сблизиться. Какой день Валентина без романтичных подарков? Хотите сделать приятно любимому, но у вас закончились идеи? Я знаю, что вас спасет. Приходите за шедеврами в орбиту. Вместе своими руками мы сделаем великолепное панно, которое еще долго будет дарить тепло вашим близким. Такую открытку не купишь в магазине. Обязательно приходите. После ужина при свечах в субботу предлагаю провести вечер активно. Поэтому одеваемся теплее, берем с собой половинки своих друзей и отправляемся в Наташинский парк на вечеринку. На площади и потанцуем, и споем любимые треки под живое исполнение приглашенных артистов. А самые смелые смогут признаться в своих чувствах прямо со сцены. Ваша задача – оторваться на полную катушку и устроить настоящий праздник любимым. Завершает марафон насыщенных выходных благотворительная акция «Добрый шкаф» впервые в этом году распахнет свои двери в воскресенье. И если ваши полки уже ломятся от ненужной одежды и вы любите помогать нуждающимся людям, тогда собирайте хорошую одежду, обувь, игрушки, книжки и отправляйтесь к волонтерам. Они будут ждать вас в Наташинском, Центральном и Малаховском парках. На этом все. Это была Афиша и я, Анна Троян. Проводите свои выходные ярко, и хорошее настроение не покинет больше вас. Пока-пока!